21 февраля знаменитый украинский боксер Александр Усик посетил Свято-Успенский мужской монастырь, где встретился с владыкой Агафангелом, митрополитом Одесским и Измаильским. Спортсмен получил от иерарха благословение, а также памятный знак в честь Касперской иконы Божьей Матери. Боженька все управит. Наверное, испытание нам дается. Должны идти по его пути. С ним победим, без него пропадем. Напомним, до того, как встретиться с Агафангелом, Александр Усик открыл в Одессе новый боксерский зал «Черномор».